Волонтерной команды Бориса Житомир, Эдуард Хохлов, ваш комментарий матч. Оценили этот результат, мы готовились, планировали, ну, все по игре, кто больше хотел, тот и выиграл. В таких играх завершающие, одна команда чуть раньше в голове в отпуск пошла, другая чуть позже. Я думаю, это и есть результат. Ваша команда сегодня больше хотела, я не скажу, что больше могла, но больше хотела достичь положительного результата. Мы, к сожалению, до игры у нас одно состояние, мы говорим об одном верховном футбольном поле, и многие футболисты забывают. Тоже уже некоторые в отпуске. Но это слабое утешение, если можно так сказать. Я думаю, что счет сегодняшнего матча по игре. Поэтому что-то еще комментировать. Не вижу больше смысла. Ну, маска запитает. Ты что, на трибунах была на вашу користь? Ну, если посмотреть сейчас на табло, значит, не на нашу. Здесь вас больше, чем болельщиков, поэтому... Ну, ваших чуть было там, за стадион. Фаня. Да, встречали. Спасибо им. Они, приехали, бачите, приехали. Они больше, возможно, хотели, чем некоторые футболисты победить. Да. Поэтому, к сожалению, это, возможно, беда современного футбола, что многие футболисты, выходя на футбольное поле, делают одолжение. Любимое занятие, надо относиться с душой к этому делу. У нас, к сожалению, многие футболисты чаще время перед зеркалом проводят, чем на футбольном поле. Это... Я сейчас обобщаю не только за нашу команду. Беда. А в общем, все. Да. Это беда, но как-то с этой беды надо выходить. Швидкий гол, как исполнено на ваши тактичные идеи и задумки? Чи вы не изменили после? Ви не бачили його? Цікаво, ви якось там спеціально не... Так, ми спеціально, в принципі, планували на першій хвилині забити м'яч, а потім грати від оборони і в кінці пропустити. В принципі, ми так це і планували. Реалізували. Ні, ну команда у вас неплохо смотрится, нормально. Так, будемо говорити. Навіть якщо взяти негативно, то що ще вийде, правильно, що вони прийдуть, то вони грають неплохо. Самое отрицательное то, что они могут играть гораздо лучше. Это по тренировочному процессу видно. Почему это не делать в игре, это, конечно, вопрос, который мы в течение 2-3 месяцев пытаемся найти этот ответ. Поэтому почему чередуются хорошие игры, хорошие длинные фрагменты игры с необязательными, ну, возможно, это уровень. Индивидуальному уровню каждого футболиста, который потом, так сказать, собирается в командные действия. То, что да, первый гол хороший, забили, и можно было и второй, потом и третий забивать, пока команда гостей, так сказать, не отошла. Но не забили, старая болезнь, контратака, если вспомнить, как нам соперник забивал, была контратака, можно было контролировать мяч, мы спешили сделать эту передачу штрафную. Центральная зона, зона подбора оголенная была, пошла контратака, пошел ненужный фол. Ну и затем такие мячи, просто команда, которая считает себя классно, такие мячи не имеют права пропускать. Что первый мяч, что второй. Если она такие мячи пропускает, значит слово классное к ней не подходит. Вот, в принципе. Вот так. Ну, просто все команды, которые в бело-зеленой форме, в Чернецах в этом сезоне проиграли. У нас была еще желтая, но надо было выйти в желтую. Только не берите пример с кармана. Да, да, поэтому вот так было. Возможно, да, сейчас можно все что угодно, теория заговора найти, свет формы. Вот поэтому... Так, Дубаска сейчас будет. Я колокольный. Спасибо вам. Суток, мальчик. Удачи вам. На вышний. Спасибо. Thank you.